как соблазнить порноактрису. Ты знаешь, порноактрису очень просто соблазнить. Вообще проще, чем порноактрису, наверное, сложно кого найти, кого можно соблазнить. Нужно просто устроить порно-кастинг, и все. Замечательная тема с мастерского тренинга, на котором это идет как домашнее задание и рассказывается четко. Есть технология, как это сделать, как организовать так, чтобы все хорошо сработало, и все было прекрасно, и все на все повелись и так далее. Вот технология, наши технологии на мастерском тренинге, специальное задание соблазнения. Все, кто проходил мастерский тренинг, они должны были это делать. Это задание, это крутая прокачка, которая много чему учит людей, дает очень интересный такой специфический философский опыт, сами понимаете. Очень классный опыт, очень многому, много навыков появляются интересных, которые вы потом можете применять как в политике, так и в бизнесе, в разной хуйне. То есть это супер вообще, друзья. Многие люди на мастерский тренинг мне говорили по секрету, что только из-за этого приходят. Вот. Такие дела.